Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо говорити про підсумки другої сесії нового складу Одеської міської ради. Були сформовані органи власне міської ради, були кадрові, цікаві кадрові призначення. Депутати прийняли регламент. І от про це сьогодні поговоримо з нашими гостями студії. Олег Етнарович, «Довіряю ділам». Вітаю вас. Добрий вечір. Та Роман Сеник, «Опозиційна платформа за життя». Доброго вечора. Найбільш, напевно, цікаве питання, так, це секретар Одеської міської ради, про що говорив раніше, що ним може стати Ігор Коваль від «Слуг народу», ректор Національного університету імені Мечникова сьогодні, власне, і відбулося. Як ви оцінюєте це призначення? Олеже, будь ласка. Ну, вы знаете, мы говорим, наверное, это уже некая традиция сложилась там, что, конечно же, в городском совете должна быть представлена фракция, которая олицетворяет собой государственное наше управление. Это партия президента. И, наверное, это, наверное, какой-то жест, добрый жест воли и понимание того, что городской совет Одессы настроен на конструктив, настроен на взаимопонимание, на выработку какой-то стратегии, которая должна принести пользу нашим одесситам, потому что, ну, наверное, конфронтация – это не самый хороший путь, и в Одессе всегда умели и знали, как договариваться. Я думаю, что это вот продолжение той стратегии, которая была раньше. И мне кажется, это вполне хороший, правильный жест в сторону центральной власти. Романе, ви казали, що не будете підтримувати жодної кандидатури від «Слуг народу» раніше. От, чи не поміняли ви свою позицію? І як, власне, оцінюєте це призначення? Наша фракція сьогодні не голосувала практично ні за один вопрос, який був в повестке дня. І от мій колега так сказав красиве слово «традиція». Дійсно, стоїть напомнити одеситам, що господин Труханов і партія «Довіряю ділам» в 2015 році працювала з партією Порошенка. В этом созыве работает с партией «Слуга народа», то бишь президента Зеленского. Такая традиция, когда власть, ну скажем так, не хочу говорить грубо, но скажу так, сотрудничает, тесно сотрудничает с теми, кто Києві определяють повестку дня. Поэтому... Ну, дві третини тоді опозиційного блоку, який ви тоді теж представляли, теж працювали з міською владою. Ви знаєте, це був, к сожалению, печальний случай, коли большая часть депутатів просто продалась за свої шкурні вопроси і голосувала вместе з Геннадієм Трухановим і партією «Довіряю ділам». Поэтому я пам'ятаю заяву Миколи Скорика, який тоді після виборів сказав, що потрібно об'єднуватися навколо міського голови. Є там питання по виборах, так, але загалом потрібно об'єднуватися. Я таких заявлень не помню. Я вважаю, що об'єднатися потрібно вокруг дійсно проблемних питань в місті, але не вокруг дерибана і вокруг того, що відбувалося останні 5 років і буде продовжуватися далі. Я хотел ответить на ваш вопрос, если вы разрешите. Я хочу сказать следующее. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в городском совете образовалась новая коалиция. Она состоит, как ни удивительно для всех нас, с партией «Довіряю ділам», «Европейская солидарность» и «Слуга народа». Вроде как абсолютно идеологически разные политсилы, но нашли общие интересы. И так сложилось, что даже по всем вопросам они голосовали вместе. Это сегодня было видно. И, например, такой вопрос, как состав бюджетной комиссии, да, к примеру, для того, чтобы понимать этот союз. Туда входят 3 представителя «Довіряю ділам» в бюджетную комиссию, 2 представителя от «Европейской солидарности», 1 представитель «Слуг народа». А то, что в законе написано, что должен быть квотный принцип, что там должны быть представители абсолютно всех партий, которые представлены в городском совете, на этот момент принципиальные люди со «Слуг народа», «Европейской солидарности», «Довіряю ділам» решили просто наплевать. И в результате оппозиционная платформа «За жизнь» и партия «Ширья» не имеет даже одного представителя в бюджетной комиссии. Точно такая же ситуация в комиссии по строительству. Да? Ни у кого не возникает никаких вопросов, почему там нету оппозиции, почему там нету партии «Ширья», которые всю дорогу говорят о том, что наш город разворовывают, наш город безбожно застраивают, и наш бюджет пилится людьми, которые приближены к власти, которая сейчас в городе.
Вот именно это для людей, которые действительно хотят понять, что происходит, наших представителей там почему-то не учли, а просто, скажем так, оккупировали эти комиссии и планируют себе дальше заниматься своими делами. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены сказать о том, что все, что было предыдущие 5 лет, будет продолжаться следующие 5 лет. Коалиция создана, и она будет работать не во благо одесситов. Олеже, будь ласка, ну, я думаю, вам є що відповісти. Я хочу сказати, наверное, одно, що люди вибирали городський совет для того, щоб він работал. Наверное, это главное требование было от людей. И мы понимаем в преддверии, вот в той тяжелой ситуации, которая происходит у нас в целом в стране и в городе, и с пандемией, и с зимой, которая всегда является испытанием для всех наших украинских городов в связи, вы знаете, и тарифы, и все это достаточно сложно, и локдауны, которые для малого бизнеса будут большим-большим испытанием. То есть городской совет должен работать. И, наверное, все мы и все люди устали от риторики некой борьбы, сражения. Мне кажется, что есть время, ну, скажем так, разбрасывать камни и собирать. И та позиция, о которой говорит мой коллега, о том, что вот в некоторых комиссиях вот такой недостаток представителей оппозиционного блока, с моей стороны, с моей точки зрения, это является именно такой позицией, что изначально, к сожалению большому, фракция «Оппозиционный блок» была настроена уж излишне категорично, да, не знаю, почему, так скажем, что вскружило голову и почему была такая идея, что после результатов этих выборов, скажем так, должны говорить с позиции силы фракция «Оппозиционный блок». Ну вот такая позиция была почему-то озвучена, безусловно, она не нашла понимания у других фракций, которые заседают в городском совете. Тобто ви вирішили не включати туди, щоб представники ОПЗЖ не блокували бюджетний процес, там інші фінансові там документи, так? Смотрите, я вас правильно розумію? Я говорю, це дисциплінарний момент. Я считаю и говорю о том, что изначальная позиция городского головы и всех фракций была в поиске компромисса, в промыске подходов, который бы позволил, повторяюсь, работать. Потому что что есть принцип демократии? Мы же все прекрасно понимаем. Демократия — это говорим о том, мы можем высказывать различные точки зрения, мы можем соглашаться с тем или не с тем, но мы должны работать. Если по каким-то причинам, да, вот наше противостояние, скажем, блокирует эту работу, мы должны идти дальше, может быть, невзирая даже на мнение значительной части людей. Поэтому мы говорим о том, что если здесь вопрос был о, ну, скажем так, нежелание включать представителей фракции «Оппозиционный блок» в управление городом, в контроль за строительной сферой, контроль за бюджетной сферой. Мне кажется, вот на этой сессии самый яркий пример, который был, это назначение члена фракции «Оппозиционный блок» Михаила Ильича Куличука на должность первого вице-мэра, который будет курировать как раз все эти вопросы. Мне кажется, что это, ну, красноречивее этого, наверное, нет жеста. То есть мы четко дали понять, мэр дал понять, и это было поддержано всеми остальными фракциями, степень доверия к представителям фракции «Оппозиционный блок», пожалуйста, не просто как бы прямо в исполнительную власть включили на очень важный и ответственный пост. И я уверен, что обладая вот знаниями, опытом и, ну, скажем, тем доверием, которое наверняка связывали и коллеги по оппозиционному блоку, и жители нашего города, голосуя за эту партию, оно будет действительно представлено в исполнительной власти на самом высочайшем уровне. Так, будь ласка, чи підтримала ваша фракція от, власне, призначення пана Кучука, повернення до влади? Я хочу много моментів остановиться. Во-первых, я понимаю, вам непривычно, но мы «Оппозиционный блок» давно не называемся. Наша фракция называется «Оппозиционная платформа за жизнь». Вы 5 раз упомянули фракцию «Оппозиционный блок», немножко уже не так. Во-вторых, принцип демократии, вот я его вижу в том, чтобы власть, которая работает, не боялась открытости и доступности других, то есть членов оппозиции, к работе той или иной комиссии. Когда, если бы нас было, как у партии Шария, всего 6 человек, ну, я бы понимал логику, почему их нету в той или иной комиссии. Нас 18 человек, а комиссии всего 12. И в законе о местном самоуправлении написано пропорциональный принцип, то есть
наши депутаты должны быть как минимум по одному человеку в каждой комиссии. Но коллега мой говорит о том, что это позиция городского головы, что мы вроде как будто проявили какую-то агрессию. Да ничего подобного. Выборы закончились, мы действительно пришли к какому-то, какой-то диалогу. Наши представители общались и с вашей политической силой, и с другими для того, чтобы выстроить какую-то нормальную работу. В результате, ну скажем так, вы нас не хотели учитывать в своих раскладах, вы договорились со слугами народа и Европейской солидарностью, у вас коалиция сложилась, вам голосов хватает. Поэтому, в принципе, можно продинамить вообще, вы говорите, каких-то депутатов, а я говорю одесситов, тысяч одесситов, которые отдали голоса за наших депутатов. Поэтому вы на самом деле оскорбляете не нас, не включая туда, вы оскорбляете одесситов. Теперь, что касается вашего, скажем так, такого красивого предложения по поводу Михаила Ильича Кучука. Да, действительно, этот человек шел от нашей политической силы. Но для того, чтобы все одесситы понимали, что это не совсем так, как есть на самом деле, Михаил Ильич Кучук, это было его личное решение, скажем так, вступить в союз с Геннадием Трухановым и с партией «Доверяй делам». Наша партия, наша фракция сегодня не голосовала за назначение, потому что мы считаем, что это не является правильным, когда подобные решения принимаются без решения фракции, без согласования с политической силой. Это личная инициатива Михаила Ильича Кучука и, наверное, личные договоренности с этой партией и Геннадием Трухановым. Наша фракция не имеет никакого отношения. Сегодня Михаил Ильич был исключен, он сложил мандат, он уже не является членом ни нашей партии, не является депутатом городского совета. Соответственно, мы не несем ответственность за его личные договоренности и отношения с Геннадием Трухановым. То, что сегодня пытались подать, что вроде как, смотрите, мы его с ОПЗЖ, мы даем их человеку, целого первого вице-мэра. Ложь, к сожалению, подтверждаем, и по результатам голосования любой одессит может зайти на сайт горсовета и посмотреть, что ни один член, кроме самого Михаила Ильича Кучука, не голосовал за его назначение, потому что это личная договоренность его с Трухановым, она не имеет никакого отношения ни к ОПЗЖ, ни к нашей стратегии, ни к нашему видению, как нужно развивать город. Роман, я зараз дам відповісти. Пам'ятаєте нашу з вами дискусію тиждень тому в ефірі іншого телеканалу, коли ми, власне, сперечалися про те, як швидко Геннадій Труханов поновить контроль над Одеською міською радою. Так? І от друга сесія, вже мінус два депутати. Мінус Кучук, мінус Нагадкін. От, і, ну, якщо кожну сесію опозиція буде втрачати по одному депутату, депутаты, но порахуйте, насколько выстачить оппозиции. Ну, если вы мне задаете вопрос, а не просто так, ремарка, так, я вам отвечу. Так, я вам скажу коротко, так, да. Даже мы не потеряли. Мы потеряли, скажем так, бойца, но его, на его место придет другой наш человек. И нас будет так же, как и было, 18 человек, и мы будем бороться с этой властью. Мы не дадим возможности им быть такими, как они были предыдущие 5 лет. Это иллюзия, потому что если раньше у них было там под 50 голосов, то сегодня, если посмотреть на результаты голосования, 35-36. А когда дело дойдет до шкурняков, до выделения земли под застройку, ох, увидите, как там все будет шататься. Смотрите, я действительно еще раз, я понимаю Романа, что до сих пор еще, так сказать, остатки предвыборной риторики еще не влетучились. Смотрите, я к чему говорю, что у нас одесситы... Включение в комиссии, это же порушение регламента, а сегодня Геннадий Труханов... Смотрите, я сразу хочу сказать, так, что была создана большая группа из представителей всех фракций на комиссии по регламенту, которая разрабатывала регламент, отрабатывала все эти вопросы. И, насколько я знаю, представители делегация от оппозиционного блока в этой комиссии, за життя платформы была самая многочисленная в этой комиссии, заседали. Вот я не был участником этой комиссии, поэтому я не знаю всех этих перипетий, но я вижу, что то решение, которое было, оно было одобрено юридическим департаментом, и если есть какие-то проблемы в этом, наверное, есть возможность как-то протестовать, если бы это было незаконно. Но сразу хочу сказать, что я не принимал участие в разработке самого регламента и не буду здесь спорить. Я просто хочу сказать, что уверен в этом, еще раз говорю, что одесситы нас избрали
для того, чтобы мы работали, да, отстаивая свои какие-то позиции, имея внутренние убеждения. И я уверен в том, что, вот, скажем так, позиция вот этой вот конфронтации, позиция, говоря о том, вот вы говорите об уважении к власти, уважении к выборцам, к избирателям, уважении к тем, кто отдал свой голос, но эти миллионы людей, мало того, что они также отдавали голоса и за партию «Доверяй делам», за другие партии, так же самое, как они отдавали голоса за, видя фамилию Михаила Ильича Кучука в вашем списке. Многие из этого, для них это было сигналом. И это самое и доверие, может быть, и часть доверия вашей партии как раз была в этом человеке. Поэтому говорить о том, что вот это там какой-то отщепенец, и мы там, так скажем, из наших рядов мы его сейчас вычеркнем, не совсем правильно. Я вычеркнул. Я говорю просто о том, смотрите, что мы вынуждены работать вместе, бок о бок, находить вопрос. И я считаю, что вот, как вы правильно говорите, каждая сессия будет для нас, для депутатов, будет своего рода испытанием, проба возможностей находить взаимопонимание вокруг интересов одесситов. Поэтому я считаю, что, повторюсь, риторикой мы будем наверняка спорить, кто-то будет находить в этом политические очки. Я считаю, самое главное, мы, городской совет, должен был начать работать. И сегодняшняя сессия сделала свою главную задачу. Она дала возможность, сформировала органы городского совета и дала возможность работать. Причем, повторюсь еще раз, каждый из депутатов имеет возможность и приходить и участвовать во всех комиссиях, которые будут созданы. Он имеет право голосовать в зале, как вы правильно говорите. И если какие-то вопросы будут спорными, сложными и вызывать какие-то сложности, конечно же, они в сессионном зале не будут поддерживаться. И здесь любой из депутатов, где бы он, в какой бы он комиссии ни находился, имеет такое же право голоса, как и остальных. Поэтому я считаю, вот повторюсь, надо просто выдохнуть и просто начать работать. И как раз и вопросы, там, по которым будут голосования происходить в сессионном зале, они будут определять, кто работает в интересах одесситов, а кто только занимается политической риторикой. Вот и все. Хочу коллеге своему немножко вот объяснить мою логику. Смотрите, дело в том, что чем отличается партия «Доверяй делам» и от оппозиционной платформы «За жизнь». Вот то, что вы говорите, что горсовет должен начать и должен был начать работать, это, наверное, вы отсылку в 15-й год. Вот вы еще в 15-м году должны были начать работать, но так и не начали. Поэтому, на ваше удивление, ОПЗЖ набрало в город аж 18 депутатов, чего раньше никогда не было. Потому что люди, одесситы, которые за нас голосовали, они вам не доверяют. Это же большой выбор для вашей партии. Ну, а до этого был оппозиционный блок, сейчас оппозиционная платформа «За жизнь». Они вашей партии и вашим делам не доверяют. Они доверяют людям, которые вскрывают те проблемы, которые голосуются на каждой из этих сессий. А соответственно, вы говорили про рабочую группу. Я тоже в ней не был, но все наши правки, я всех видел, ни одна правка не была учтена вашей партией. Вы вынесли на сессию городского совета свой проект. Вы даже не сочли нужным указать в регламенте, что то, что регламентирует закон, что должен быть пропорциональный принцип. Мало того, мы попросили вас для того, чтобы было честно и справедливо, допишите еще слово, что в том числе распределение руководящих должностей. А вы даже не внесли это в регламент, не разобрались, не проголосовали за то, что вам, извините, подсунули, а так еще и даже не включили представителя оппозиции в ключевые комиссии городского совета. Вы сейчас манипулируете, говоря о том, что каждый депутат может иметь право приходить. Да, имеет право, а голосовать он имеет право в этой комиссии? А нет. А мы говорим, потому что перед тем, как вопрос проходит на сессию, он сначала проходит комиссию. И если в зиме комиссии бюджетной или строительной проходит шкурняк, то наш депутат может разве что кричать о том, что там есть проблема, но он не может поднять руку и сказать, что я против этого. Он должен уже на сессии, а на сессии, как мы правильно прекрасно знаем, уже все люди договорились и уже там с голоса под 40-50 объектов коммунальной собственности все сливается. Поэтому, якщо він там буде один в комиссии, що він зробить? Навіть якщо він один. Я вам скажу так, я тоже в прошлой каденции областного совета тоже был один боец, но рассказывая людям, что многие депутаты не читают проектов решений, не разбираются в материалах. Если ты людям объясняешь, что это такое и зачем, почему нельзя за
это голосовать, депутаты в большинстве своем не голосуют, не хотят принимать в этом участие. Но много людей, которые заняты своим вопросом, они не на зарплате, они частные предприниматели, кто-то работает где-то и так далее. Они далеки, они просто руку подняли и все. А у нас такой возможности в бюджетной комиссии строительной нет, потому что вот коалиция, вот демократы, слуга народа, европейская солидарность, те, кто нас в Европу ведет. Так вот они сказали, нет, давайте мы их оттуда уберем, чтобы у нас не было никаких проблем. Мы сидим где-то тихонько в ресторане, сядем, проголосуем, скажем, что это было заседание комиссии, на сессию вынесем, и вот вам одесситы, искренняя работа для вас. На самом деле это обман. Роман, единственное, вы делаете маленькую поправку. То, что вы рассказали про сборы в ресторанах, обсуждение, то, что людей в сессионном зале не разбираются в вопросах, это, вы, наверное, переносите ваш прошлый опыт из областного совета. В городском совете, повторюсь еще раз, вы, наверное, просто не успели вникнуть. Еще раз говорю, в городском совете люди действительно находятся достаточно компетентны. У них есть возможность участвовать. Нет, вы качаете головой, это некомпетентны. Если вы сами не верите в качественный состав городского совета, о чем вы тогда говорите? Я не хочу оскорблять, но вы только что сами... Вы не оскорбляете, но говорите, что сами заявляете, что никто из избранных депутатов городского совета не вашей фракции, а может быть даже и вашей фракции, вы говорите, не разбирается в ситуации, они занимаются другими делами, собирают, приходят и нажимают машинально кнопки в сессионном зале. Но так вы хотели только что сказать. Хотел по-другому сказать. Вы только что сами подтвердили, что вы сами не разбираетесь в вопросах, которые выносятся на сессию. Почему же? Вы слышали о том, что был какой-то там группа, регламент, но что в нем не знаете. И то, что мы предлагали, вы тоже не знаете. Я вам на простом примере объясняю, что большинство депутатов, это не говорит, что они не профессионалы, что они еще что-то. Они занимаются своей профильной комиссией, а остальные депутаты занимаются другими профильными комиссиями. И, как правило, есть депутаты, я не говорю, что все, я говорю, их много. Да, мой опыт показывает в областном совете из 84 депутатов, процентов 50 не вникают в проекты решений, которые стоят на повестке дня. Поэтому вот так и есть. А когда вы нас исключаете, вообще не даете законной возможности присутствовать члену комиссии в бюджетной или строительной, это говорит наоборот о том, что вы не за демократию, вы за узурпацию, вы за то, чтобы оппозиция не знала, какие вы решения там проводите. И давайте не лукавьте, потому что последние 5 лет было сколько у нас случаев, когда городская комиссия собиралась, не информируя ни общественность, ни СМИ, собираясь не в здании горсовета, а где-то в других местах. Для чего это делалось? Делалось только по земельным вопросам, по строительству. Они же делали типа выездное заседание, никто ни о чем не знает. Тихонько проголосовали, на этом все заканчивается. Вот почему мы... Я розумію, що у вас зовсім різні позиції. Так, ви запрошуєте тільки дуже коротко, в мене ще одна питання. Я говорю просто ще раз о чому, повторюсь. Ми повинні почати працювати, я уверен, що час покаже. Якщо по каким-то причинам, ще раз говорю, вопрос же назначення количественного состава или избрания, це сесійний вопрос. Ми його можемо ввести на любую сесію, внести такий вопрос і переголосувати. І я уверен, ще раз, я уверен, що такі зміни... у финансовую будут. Комиссию. Я еще раз говорю, я не могу сейчас говорить от лица всего городского совета, меня, к сожалению, не полномочили на это. А вы такой вариант можете? Я, безусловно, говорю еще раз, что мы начнем двигаться, начнем работать, и я уверен, будут определенные изменения. Будут. Щодо кадрових питань, в мене один момент теж цікавить. Пан Нагадкін, якого ми сьогодні вже згадували, представник партії Шарія до недавнього часу, сам, власне, блогер, власник партії, сказав, що виключає його із своєї партії. Сьогодні фракція прийняла рішення нібито через те, що його перекупив Геннадій Труханов. Про це каже сам Шарій, що от, власне, Нагадкіна та його батька, який прийшов до районної ради, що вони ніби підконтрольні Геннадію Труханову. Чи що можете сказати, чи чекати пана Нагадкіна у вас у фракції? Мені складно сказати, я не знаю логіки Шарія по поводу исключения. Я как понял, что в связи с тем, что у указанного вами депутата было желание голосовать по ряду вопросов каких-то, вполне возможно, это было... Я даже не знаю. Шарій написав, що Нагадкін не захотів підписуватися під позачерговою сесією, а там Геннадію Труханову не вистачало голосів для, власне, там от формування керівних органів так, як він цього хотів.
І ніби вся фракція підписалася, от Нагадкін та його батько не підписалися. Хоча, ну, дивно, що Шарій не знає, що його батько не є представником Одеської міської ради, ну от сформулював він так. Ну, вы знаете, я еще раз говорю, повторюсь, как показывает опыт предыдущей каденции, мы видели и возникновение новых фракций, и деление фракций, и исчезновение фракций, поэтому я уверен, что это будет в этом совете, здесь нет ничего такого форс-мажорного, люди будут действительно переходить, может быть, какие-то фракции будут делиться на какие-то с другими названиями, я не знаю, что это будет, главное еще раз, давайте начнем работать, одесситы ждут от нас решений. Если эти решения будут, как мы говорим, там, под столом или где-то еще, одесситы это увидят и сделают свой выбор. Поэтому мне кажется, что ну, как бы надо, устали от говорильни, честно. Я лично сам устал от разговоров в течение всей этой выборного процесса. Это обвинения друг другу, помои, грязь, все остальное. Давайте начнем работать. Вот у меня такое желание и призыв коллегам, и я уверен, что меня поддержат миллионы одесситов. Було б дуже добре, але те, що фракції будуть змінюватися, мімікрувати та все інше, в цьому я навіть не сумніваюся. Я вам дякую за цікавий ефір. Олег Етнарович, Роман Сенек, дякую, що прийшли до нас. Дякую. Ми сьогодні говорили про підсумки другої сесії Одеської міської ради нового скликання, яка сформувала свої керівні органи. Вже дуже багато скандалів навколо цього. Будемо слідкувати за розвитком подій. Залишайтеся з репортером. Мене звуть Костянтин Гречаний.